Здравствуйте, я Радислав Гандапас, тренер по лидерству, ораторскому искусству, личному развитию. С особой радостью сообщаю вам, что 28 и 29 октября в Кишиневе я проведу два тренинга. Почему с особой радостью? Потому что с Кишиневом у меня связано некий жизненный опыт, о котором я, возможно, расскажу вам на тренинге. Вторая радость связана с тем, что я приезжаю снова по приглашению клуба молодых бизнесменов. В прошлый раз мы очень хорошо отработали, у нас был абсолютный аншлаг в зале, это показало высокий интерес к теме и в городе, и в стране в целом, и готовность учиться, готовность развиваться. Я надеюсь, что в этот раз вы подтвердите это впечатление. Итак, 28 октября я проведу тренинг, который называется «Харизма лидера». Мы исследуем ваш харизматический потенциал, посмотрим, можно ли его увеличить, можно ли добиться более значительных результатов, и могу наперед сказать, что да, потенциал есть, да, увеличить его можно, результатов, да, можно добиться. Осталось только мне привести вам методики, а вам их применить. 29 октября я приглашаю молодых и не очень молодых бизнесменов ко мне на тренинг, который называется «Крест лидера». Он ориентирован на собственников бизнеса и руководителей, ну, более высоких грейдов. Не просто, чтобы менеджер писалось в визитной карточке, мне нужны первые лица компании. Мне нужны люди, которые знают ценность времени, которые хотели бы высвободить время и энергию для реализации более масштабных проектов, для стратегических целей или, в конце концов, просто для себя. Я дам вам инструменты, с помощью которых вы сможете оптимизировать процессы управления. Итак, 28 октября в Кишиневе тренинг «Харизма лидера» для довольно большой аудитории он предназначен. И «Крест лидера» для очень небольшой камерной группы. Мы поработаем с вами в тесном контакте. И после этой работы время и деньги, которые вы потратите, вернутся вам временем, деньгами и энергией. Это 29 октября, тренинг «Крест лидера». С нетерпением жду нашей встречи, с нетерпением жду октября. До свидания, буду рад вас видеть.